Всем привет! Вы на канале «Все сами своими руками». Я Наталья, прибежала с работы погулять. Сымка вышла по светлу, а то потом по темноте вообще грязь месить. Какая у вас погода? У нас что-то вообще какой-то коллапс творится. Уже середина ноября, а на улице тепло. Снег, который выпал, весь растаял практически. В деревне там еще хоть маленько есть, а у нас вообще все растаяло в городе. Сегодня целый день идет дождь. Плюс 3, плюс 5, плюс 7. Ночами тоже тепло. В общем, я вообще такого не помню. У нас был как-то один год. Не было просто снега, но было холодно. Вот, а потом под Новый год выпал снег и градусов, наверное, 30 сразу было холодно. Ой, что-то ветер дует. Вот, а здесь, вон, видите, кое-где на траве снег лежит еще маленечко. Так хорошо было, так беленько, так чистенько. Вообще красота. Сымка, вон, сейчас погуляем, то домой пойдем. На улице вообще прям наимерзейшая погода. Просто ужас какой-то. Сикает ребенок. Вот, так что какой-то к нам пришел теплый циклон. Приехали мы с деревни, дома перемываю всю квартиру, шторы стираю, убираю, стираю. В общем, короче, все выходные как это, как Золушка. Надо все перемыть. А то, считай, что мы 7 месяцев дома не жили здесь в городе. Вроде бы все закрыто, сажи столько вообще. Кошмар. Себя показывать сегодня вам не буду, потому что неудобно телефон держать на вытянутой руке. Сыро, холодно, иду скуся скукоюженная. Вот. Семушка, Сем, иди сюда. Сем. Выглядывает кого-нибудь. Иди сюда, зайка. Что такое? Что такое? Какой-то песель ругается. Стой, 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 стой. Сем, ты куда пошел? Далеко не ходи. Че, мы вниз пойдем уже все? Ты нагулялся, что ли, уже? Мы пойдем вниз с тобой. Ну отойди чуток. Тетенька сейчас пройдет и пойдем. Пойдем там еще пройдем и домой пойдем. Посекушал. И хорош. Боже, он вся насквозь мокрая. Стой. Всем привет еще раз. Не стала дальше снимать я видео на улице, потому что на улице ужасная погода, как я сказала. Так мерзко, сыро. И ветер этот, как бы, и дождь. В общем, быстренько сейчас погуляли. Пришли домой, помыли лапки. И чай попили, покушали. И думаю, отсниму-ка я видео еще и похвастаюсь вам нашим новым приобретением. Подарила я Андрею на Новый год афган-казан. Немножко, конечно, рудновато я его подарила, но он знал, что я ему подарю афган-казан. И, в принципе, увидела на Озоне скидки как раз были. И что-то, по-моему, то ли 2760, то ли 2780, что-то такое была цена. В общем-то, мне очень цена понравилась. И приобрели. Уже два раза в нем готовили. Нам очень понравилось. Сейчас на Ютубе довольно-таки очень много рецептов на афган-казан. Он давно уже, как, многие люди уже им пользуются. Но вот что-то мы первый раз им попользовались. Мы ездили в Хакасию. И там у наших друзей вот афган-казан. И первый раз мы там попробовали картошку с мясом. Тушил Женя. Нам очень понравилось. И, в общем-то, как-то наши мысли сошлись на том, что мы хотим приобрести себе такую вот чудесную кастрюльку, так скажем. Да? Она работает по методу пароварки. В общем-то, здесь все рассказывать я не буду. В принципе, таких видео уже достаточно много. Как я сказала, мы готовили в нем уже два раза. Один раз готовил Андрей какое-то блюдо. Не помню, как называется, там мясо, овощи, картошка и сверху капустный лист. В общем, все это тушилось, было очень-очень вкусно. А вчера я в нем готовила голубцы.
На дно я положила лист капустный, чтобы не подгорело. Сверху я выложила голубчики обжаренные. Потом сделала заливочку на основе обжарочка, там лук, морковка и сметана. Я всегда заливаю сметаной. И сверху выложила круглую картошку. В общем-то, все это потушилось очень-очень вкусно. Нам вот очень нравится. Я прям всем рекомендую, кто хочет сделать подарок своим близким на Новый год или на какой-то другой праздник, может быть, день рождения или еще что-то. Прекрасный подарок можно взять на дачу, можно взять в поход, можно, я не знаю, хоть в квартире, пожалуйста. Он работает на всех плитах, то есть на индукционной, и на газовой, и на огне, то есть вообще замечательно. Здесь клапана, то есть следить за ними, чтобы они не забивались. Иногда подтравливать воздух, чтобы не было там перенаполнения вот этого пара. И, в принципе, прям вообще отличная вещь. Очень-очень понравилось. У нас казан на 8 литров. И нам, в принципе, есть они там и на 10, есть, по-моему, даже на 12. Есть разных цветов, модификаций. Ну, как, не модификации. Модификация у них одна, а, как сказать... рисунки разные, в общем-то, цвета разные, немножечко рисунки разные. Ну, мы выбрали вот такой вот, точнее, я выбрала такой вот, а самый обычный, по-моему, такой какой-то он черноватый, какой-то коричневый. Здесь вот кажется черный, но на самом деле он какой-то коричневый цвет. Вот, пришла такая бумажечка с ним. Тут все на какой там у них язык, я не знаю. Арабский, не арабский, какой тут язык, в общем-то. Вроде бы как это оригинальный продукт. Вот видите, здесь вон все на иероглифах. Вот такие вот еще казаны есть. Но что-то я не стала покупать казан вот с таким дном. Что-то побоялась, что я потом замучаюсь его отмывать от этих вот, от зажарок, от обжарок. В общем, кто еще не сделал подарок своим любимым и близким на Новый год, и то прям прекрасная идея, я всем рекомендую от всей души, потому что это прям, ну, клево и очень вкусно получается. Блюд можно придумать вообще прям массу и рецептов. Ну и продолжу, наверное, я хвастаться вам. У меня сегодня такое хвастливое видео. Зашла я еще в магазинчик и прикупила я семян. Да так удачно, что попала под 20% скидку на семена уходящего года. Купила редкие семена, не то чтобы редкие, но они, скажем так, дефицитны, потому что в сезон их купить вообще невозможно. Это вот, например, капуста пекинская чача. Всем рекомендую. Прекрасный вот этот вот, это гибрид. Растут у нас только гибриды, сортовые пекинские капусты у нас не растут, они все уходят в цвет. Я лично пекинскую капусту выращиваю, приноровилась выращивать только в теплице, потому что на улице она у нас уходит в цвет. В общем, купила я ее аж 3 пачки, в каждой пачке здесь по 50 семян, но здесь хороший срок годности, поэтому хватит ее надолго. Купила пачку, вот это стоит 60 рублей, плюс еще 20% скидки. А в другой магазин зашла, там специально спросила, тоже она есть, но там 76 рублей. Ну вот, как бы, я прям вообще очень довольна. Вот. Так, купила я еще, что это, петрушка, итальянский гигант. Так, и в этом году я хочу посадить шпинат. Вот. И хочу посадить сельдерей. Сказали мне, что это черешковый сельдерей. Сказали, что мне его нужно посадить будет на рассаду. Поэтому это у меня в этом году будет эксперимент. Вот. Нам знакомая девочка дала попробовать сельдерей. Нам с Андреем, в принципе, понравилось. И можно будет несколько корешков посадить и, в принципе, добавлять куда-нибудь в блюдо. Такой интересный очень вкус у него. Что-то среднее между петрушка и какой-то еще аромат, ну, такой довольно-таки пикантный, интересный. В общем, набрала я морковки, но здесь морковка обычная, нанская, шантане королевская, самсон, она мне сказала, что прям все гоняются за этим самсоном. Честно говоря, ни разу не садила, что за самсон, вот. И купила я еще какая-то абака F1, сказала, что тоже 200 семян здесь. Вот, сказала, что шибко хорошая, тоже все ее очень хвалят и все ее очень берут. Вот,
Очень хороший редис черриет. Он вообще очень получается вкусный, очень крупный и практически не стрелкуется. Очень-очень прям классный. Мне очень нравится. Так, еще купила я огурчики, братец Иванушка и мой любимый китайский змей. Вот этот вот, я его просто обожаю. Хорошим в засолке, вырастает хоть и длинный, но очень сочный, сладкий, мягкий. И я, кстати, его солила, очень вкусный в засолке. Ну и родителям купила тыкву я какую-то взяла. Вот зимняя сладкая, но это большая крупноплодная тыква. Вот какая-то цена у нее 28 рублей. Так, тыква-конфетка. Ну, название шибко сладкое. Думаю, наверное, сладкая. Так, среднеспелый 15 рублей. Так, и лесной орех. Тоже какая-то новинка. Раннеспелый сорт. Так, а это какой получается? Сорт позднеспелый. Ну, вот как раз крупная, потому что она поэтому позднеспелая. Вот, в общем, вот такие вот я купила семянушки с хорошей скидкой. В принципе, прям вообще я сегодня такая довольная. Потом я еще зашла, забрала с Озона фисташки. Хочу на Новый год постряпать фисташковый торт. И купила фисташки. Это обычные фисташки. Тоже попала под акцию. Сейчас я не знаю, сколько они стоят. Это не соленые фисташки, потому что на торт мне нужны не соленые. Ну и какую-то висюльку купила себе на платье. Купила себе платье. И пойдем мы. 29 декабря у нас будет корпоратив. В общем, пойдем мы на корпоратив. В общем, вот так вот. Вот такое вот сегодня хвастливое видео. Всем всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.